Всем привет! Вы на канале Bro Small TV, и это наша новая рубрика «Богато-бедная». Мы будем брать два товара, один по дешевой цене, другой по дорогой, и будем его оценивать, стоит ли нам переплачивать данные денежные средства. Смотрите, первую мы взяли, это кристальный родник. Это мы сегодня будем вообще оценивать минеральную воду. Вот, первую мы взяли кристальный родник 0,5 за 11 рублей. Давайте откроем и попробуем. Ну, что я скажу, газов не было вообще, она точно газированная. Да, газированная. Чё, давайте попробуем. Ну что, приятная на вкус. Не соленая. Знаете, как вот эти ессентуки пьют, соленая, она не соленая. Вкусненькая. И в меру газированная. То есть не сильно газированная, приятная. Не буду закрывать, чтобы потом еще раз попробовать. Вторая вода минеральная, это Акваша. Мы ее купили в магазине за 63 рубля. Она, получается, это у нас в пластмассовой таре, это у нас в стеклянной таре. Пробочка такая красивенькая. Давайте откроем. Вот здесь прям так пшикнуло. Тут пластмассовая каемка такая получается. Давайте попробуем ее. Тоже, когда открываем, они не, обе не сильно газированные. Блин, чувствуется разница на самом деле. Это тоже пьется очень хорошо, да? Но в этой прям такие газы, ты вот пьешь, они прям растворяются у тебя во рту. Например, как вот спрайт, может быть, какой-то тоже. Он как бы сильно кажется газированным, но когда ты его наливаешь, он такой приятный на вкус. Еще раз попробую данный. Мне кажется, жесткость. Эта вода более жесткая, а это такая приятная, приятная на вкус пить. Ну, скажу так, существенной разницы нет никакой. То есть, получается, представляете, да, эта вода стоит 11 рублей, это 63 рубля. Почти в 6 раз, да, данная вода дороже. Ну, мне кажется, мы здесь переплачиваем за стекло, во-первых. Ну, наверное, не знаю, все, за стекло. Ну, конечно, и по жесткости. То есть, получается, мне только отличие в этих, это сама тара и жесткость воды. В кристальном роднике вода более жесткая, чем в Акваша. Вот. Ну, не знаю, ребят, стоит ли за небольшой такой недочет переплачивать, когда ты утром, ха, да, тебе все равно какая минеральная вода. Вот. Ну, что скажу, ребята, ну, я все-таки скажу, что выиграла дорогая вода за 63, потому что она приятнее на вкус идет. Вот. Подписывайтесь на наш канал, в следующий раз мы будем обзорить что-то другое. Ставьте лайки, всего доброго, до новых встреч.